В Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая проходит проект «Перекресток культур». Он направлен на популяризацию традиций народов мира среди детей и подростков. С сегодняшнего дня по 1 марта в книгохранилище пройдут «Дни культуры Японии». Подробности в следующем сюжете. Японская каллиграфия, создание сакуры, приготовление онигири. Страна восходящего солнца во всей красе и многообразии предстала перед детьми и их родителями на открытии Дней культуры Японии. Теперь давайте поприветствуем друг друга все вместе по-японски с поклонами. Коничива! Эти знания нам пригодятся, ведь сегодня на перекрестке культур встречаются две замечательные страны – Казахстан и Япония. Несмотря на то, что японцы и казахи имеют разную культуру, экономику и несхожий уклад жизни, все же существует между этими народами и сходство. Одни утверждают, что это внешние данные двух этносов, другие находят похожим звучание слов – кайт, кой, самурай. И это неудивительно, ведь в ходе изучения ДНК японцев и казахов оказалось, что они совпадают на 97,3%. Одна из интересных многогранных культурных стран в нашем мире – это Япония, которая, наверное, для Казахстана еще не до конца изведана, и для наших карагандинцев будет она интересна, я думаю. Самое главное, наша задача – это расширить, показать ребятам, показать всем, что значит культура Японии. Это книги, то есть литература Японии. При подготовке к этому проекту мы посмотрели наши фонды, и оказалось, что наши фонды, например, по Японии, японских авторов, по культуре Японии содержат очень интересные, уникальные издания, которые мы гордимся. То есть что показать. Ребятам очень понравилось попробовать блюда национальной японской кухни, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах. Вот какого мнения о мире Японии осталась одна из приглашенных участниц «Перекрестка культур» Лейсан Исмакова. Япония – хорошая страна. И Япония, она, конечно, маленькая страна, но там много большое население. И они, так как у них много людей, а некуда ставить и растения и так далее, они делают небольшой огородик у себя на балконе. Да, я узнала про Японию, что у них не садятся на стулья, а садятся на ковер, там маленький стол, и вот так едят. Знакомство с традициями разных стран дает возможность детям увидеть неповторимое многообразие культур, познакомиться с лучшими художественными произведениями литературы и искусства представителей разных народов и открыть для себя новые страны, которые в будущем можно посетить. Программа «Перекресток культур» продолжит радовать читателей библиотеки и в следующей неделе. Не упустите свой шанс познакомиться с новыми странами и обычаями других народов. Роберт Граф, Зулхарнайс Махаев, Николай Шевелев, 5-й канал.